Щеглы, малиновки, гоголи, синицы, жаворонки, цапли. Фотографии сосредотачивают внимание на уникальной красоте и особенностях каждого пернатого без отвлечения на окружающие детали. Птицы – самая многочисленная популяция. В мире насчитывается около 10 тысяч их видов. В Беларуси обитает 329. Однако в области сохранения видового разнообразия и численности пернатых сегодня есть проблемы. Вышел последние поправки в закон с добавлением некоторых видов птиц, такие как гоголь, которого недавно исключили из списка Красной книги, а сейчас уже разрешили охотиться на него. Еще добавили несколько видов уток. Это чирок-трескунок, красноголовый нырок и свиесь, на которые официально разрешена охота. Да, таким образом мы можем сказать, что будет очень значительно сокращаться белорусская популяция этих видов. И не только белорусская, в принципе. Пробудить желание сохранять видовое разнообразие пернатых – цель международного дня. Декоративные тарелки и кружки с изображениями птиц, статуэтки и 50 оригинальных значков представил в своей частной коллекции Владимир Шутеев. Мужчина собирает экспонаты почти 30 лет. Это не просто рисунки пернатых, это символы великого разнообразия, свободы, чистоты и красоты жизни, считает Владимир Алексеевич, говоря о своей давней любви к пернатым. Занимаюсь я, коллекционированием орнитологической тематики, не только кружки, но и статуэтки, значки, очень давно, еще со школьной скамьи. Это мое хобби, увлечение. По профессии я учитель истории, но хобби – орнитология. Символ свободы, я бы сказал, потому что птицы не знают границ. Сегодня эта птица обитает в Беларуси, завтра перелетела в Польшу или сразу во Францию. Человек связан рамками, а птицы нет. Кроме фотографий и экспонатов из частных коллекций, на экспозиции представлены натуральные птичьи гнезда, яйца. За стеклами выставочных витрин – муляжи скворцов, дроздов, голубей. Красота пернатых вдохновляет и заставляет задуматься об отношении к окружающему миру.